В этот замечательный день я приветствую всех зрителей канала ТВКом и, конечно же, своих коллег. Сегодня принимает поздравления не только наш любимый город, но и новоиспеченные его жители. 6 девочек и 5 мальчиков родились сегодня ночью. Самый первый богатырь появился на свет в 12:10. Вот он, 3 килограмма 800 граммов, 56 сантиметров. Сейчас этот малыш спит спокойно в своей кроватке и ни о чем не подозревает. Правда, сон длился недолго. Через несколько минут новорожденный громко заявил о себе. Вот он, молодой голос Бурятии. То, что ребенок решит появиться на свет 5 сентября, в день города, Гулзар не загадывала. Так получилось. Впрочем, в ее семье это уже третий ребенок. Но именно этот малыш родился в знаменательный день. Старшая девочка, второй мальчик. Ждали кого, девочка или мальчик? Говорили, узнают мальчик. Как решили назвать? Ну, пока ты имя не придумали. Папа уже видел? Нет, еще. Папа еще 10 малышей, своих крох пока тоже не видели. Для этих маленьких комочков сегодняшняя ночь стала настоящим испытанием. Сейчас кто-то спит, кто-то уже показывает свой характер. Рожали хорошо. Ребятишки чувствуют себя хорошо, мама в удовлетворительном состоянии. Тем временем с раннего утра мамы принимали поздравления. Здравствуйте, дорогие женщины. Конечно, я в первую очередь вас поздравляю с тем, что у вас родились дети. Они появились как раз в день города, в день общего нашего праздника. Я желаю, конечно, всем ребятишкам, чтобы были здоровенькими. Мамы тоже быстренько окрепли, готовились к новым подвигам. Будьте всегда красивыми и любимыми. За прошедшие сутки родились 39 малышей. Врачи говорят, что это очень хорошо. Однако в прошлом году на свет появилось на 69 малышей больше. Всего же в 2014 году город пополнился на 5641 горожанина.